Классная идея, мы ее с удовольствием поддерживаем. Пытаемся понять нашу роль, пытаемся понять общий план действий. Общий план действий какой? Начинаем отсюда и заканчиваем ниже Черногорска. Хакасия – республика многонациональная. Здесь живут представители более 100 народов. Живут дружно, проводят совместные фестивали, праздники, спортивные турниры. А сегодня они все вместе закладывают на улице Дружбы народов новую аллею, которая получила, совершенно неудивительно, название Аллеи Дружбы. Дети тоже с первого раза не получается. Конечно. Не-не-не-не. Вот. Спасибо вам. Вот такая вот замечательная идея посетила наши национальные диаспоры – сделать совместную аллею в городе Абакане. А где ее не сделать, конечно, как на Дружбе народов. Благо, территории много, деревьев у нас много, планов по озеленению города много. Весной мы высаживаем только небольшую часть деревьев и договорились с нашими замечательными национальными диаспорами, то, что мы продолжим высадку деревьев и осенью, и на следующий год. Мы тоже поучаствуем и в покупке деревьев, и в посадке, поэтому дело очень доброе. Объединяет. Совместный труд он всегда объединяет. А наши диаспоры, организации этнические очень дружно живут. Поэтому вот такие инициативы от муниципалитетов, они, конечно, очень вызывают широкую поддержку, отклик в душе. У нас вообще в Хакасии живет там порядка 100 национальностей. Это для всех общий дом. И то, что мы умеем сохранять культуру и традиции, и вот есть такие объединения, которые между собой дружат, это прекрасно. Я считаю, что это надо всячески поддерживать. Вот поэтому мы решили так вот объединиться и сделать наш город красивее. Поляки, армяне, кыргызы, дагестанцы, корейцы и тувинцы, 14 диаспор, 55 деревьев. Тополя, березы и сосны буквально за несколько минут занимают положенные места на участке улицы Дружбы народов от Кати Перекрещенко до Торосова. Чудесная идея, хорошая идея, потому что в городе хороший кислород будет, свежий, как говорится. Да? Вот мы рады общественникам, со всеми, город озеленеет, это для нас кое-что стоит. Давно пора надо было сделать. Если бы ее посадили 10 лет назад, вот представляете, колосилась бы роща из сосен, берез, там, не знаю, тополей. Это здорово. Хорошая идея. Любое дерево высаженное – это уже добро. А надо делать добро. Это доброе очень дело. И потом это серьезная память для всех людей, которые живут в Хакасии сейчас. Вот такая она, Дружба народов, основана на доверии, уважении и на труде. Впереди у диаспор огромное количество совместных мероприятий. Но один из осенних дней они точно забронировали для того, чтобы сделать Абакан еще немного краше. Анзор Сабанов, Александр Кожевников, новости.